Хотите перезимовать в солнечной Турции? Или попробовать пожить здесь всей семьей? Не знаете, с чего начать поиск жилья и как не ошибиться с выбором? Тогда этот ролик для вас. Вот основные вопросы, волнующие будущего арендатора. Как правильно организовать поиски подходящего жилья в Турции? Как снять жилье напрямую от владельца? Что следует учитывать при выборе квартиры? Итак, все по порядку. Начинать поиск апартаментов для проживания в Турции лучше в конкретном городе. Если с городом вы еще не определились, советуем совершить небольшое путешествие по стране. Для того, чтобы лучше узнать быт и культуру местных жителей, важно выйти за рамки отдельного отдыха. Когда с городом все понятно, можно арендовать на время поисков постоянного жилья вариант на короткий срок через Airbnb – популярный сервис посуточной аренды квартир. А найдя квартиру на короткий срок, уже использовать время с максимальной пользой – гулять по городу и присматриваться к районам. Найдите тот район, который вам больше всего нравится. Обращайте внимание на балконы и окна, на которых висят баннеры с надписью «Киралык». Чаще всего это вывески ярко-желтого цвета. Надпись означает, что квартира сдается в аренду. На вывеске также указан номер телефона, по которому можно узнать подробности. Но особый интерес представляют вывески, на которых также есть и надпись «Сахибинден», что означает «от хозяина». Это значит, что квартира сдается от владельца. В этом случае сразу звоните по указанному номеру и договаривайтесь об осмотре квартиры. Есть также и незаменимый интернет-помощник в подобных поисках – аналог российского Авито. Большинство владельцев недвижимости публикуют предложения о сдаче в аренду именно здесь. Теперь о важных моментах при выборе. Квартиры на первом и последних этажах – не лучший вариант, как и квартиры с окнами на уровне земли. Это самые дешевые предложения. Но зимой в таких квартирах холодно, сыро и появляется запах плесени. Для зимнего сезона лучше выбирать жилье с отоплением на природном газе. Газ – это не только приготовление пищи, но и горячая вода и отопление. Кондиционеры с обогревом, конечно, не дадут замерзнуть, но электричество в Турции стоит дороже. Арендная плата за квартиру с газовым отоплением будет несколько выше, но с учетом коммунальных платежей этот вариант получится выгодней. И, конечно, не стоит забывать одну важную деталь. Восток – дело тонкое. Да, здесь везде принято торговаться. Заветная фраза «чок пахалы» – очень дорого, обязательно поможет сэкономить. Turk Estate – осуществи свою мечту. Живи у моря уже сейчас.